И о спорте. Северная столица Дагестана в ближайшие выходные станет центром мировой борьбы. С 10 по 12 декабря во Дворце спорта имени Гамидова пройдет международный турнир. Участие в нем подтвердили уже около 150 спортсменов из 15 зарубежных стран. Курбан Рагимов продолжит. Острая конкуренция и бескомпромиссная борьба даже на тренировке – вот что привело в Хасавюрт Начина Куулара. Призер чемпионата Европы здесь уже неделю. За эти дни тувинец из Красноярска успел ощутить борцовский дух, царящий в зале спортшколы имени Умаханова. Молодые здесь особенно нападают. Например, я вот встал, выбрал пару одну, уже стою с ним, работаю. Второй подходит, давай вместе, говорит. Это уже о многом говорит. Именно в мекке борьбы приехать, выступить, если выиграть, это честь будет для меня. Перенять опыт и проверить свои силы. С такой целью в Хасавюрт регулярно приезжают вольники из разных уголков России и зарубежных стран. В этих совместных тренировках участвует порядка 130 борцов. Большая часть вольников готовится к международному турниру. Ежегодные соревнования памяти прославленных борцов 19-20 столетий стартуют в конце недели. Главной звездой станет Кайл Снайдер, олимпийский чемпион из США. Благополучно прибыл в Хасавюрт и уже провел первую тренировку. Hello, Dagestan. Hello. Thank you very much. Thank you. Этим турниром борцы завершают свой сезон. Курбан Шираев готовится усердно, нацелен только на золото. Для хасавюртовца это возможность не только закончить непростой год на мажорной ноте, но и впервые выиграть домашний турнир. Вообще такая цель именно махановский домашний турнир выиграть. Потому что раньше вот сидел на трибунах, смотрел, как уже взрослые борются, вообще кайфово с ним. И сейчас уже сам до этого уровня дошел. Хотя, можно сказать, плюсы уровень, даже Европу выиграл подростком, но все равно сильное желание именно домашним турниром у Махановского выиграть. Ребята проголодались, хотят бороться все, все хотят бороться. Состав получается очень даже солидный, будет, я так думаю, очень хороший турнир получится, потому что следующий год у нас начинается с Ярыгина турнира, и ребята все хотят пробороться. Я думаю, будет очень солидно, очень красиво, очень престижный турнир у Махановского. Показать культуру и гостеприимство Дагестана – это главная цель организаторов турнира. Вопросы размещения, питания, безопасности и досуга участников обсуждали на итоговом совещании. В ходе подготовки учитываются все антиковидные требования. И наш город Дагестан узнавали именно по нашему турниру, хасавюртовскому турниру. Это много чего знать, и политически, и экономически, и все вопросы решаются всегда в спорте. Спорт для чего создан? Это для того, чтобы мы объединяли все народы, чтобы мы знали друг друга, интересовались культурой. Вот я один из таких моментов, и это наш международный турнир. Она объединяет. Международный турнир стартует в пятницу, 10 декабря. В первый день на ковер местного дворца спорта имени Гамидова выйдут борцы в категориях до 74 и 97 килограммов. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Хасавюрт.